герцог Сассекский поедет в столицу Италии, чтобы принять участие в Кубке по поло. 24 мая принц Гарри отправится в Рим, чтобы принять участие в благотворительном матче по поло. Все средства от состязаний пойдут в благотворительный фонд, который основал герцог Сассекский совместно с африканским принцем Лесото Сиайса в 2006 году. Больше по теме: принц Гарри два раза за день упал с лошади. Организация оказывает помощь южноафриканским детям и молодым людям, у которых имеются проблемы со здоровьем. Во время матча Гарри будет выступать за команду Street Ridges, а их соперниками станут американцы из Пола Астон. Герцог Сассекский принимает участие в состязаниях каждый год. В 2018 году на матче, где внук Елизаветы II выиграл кубок, присутствовала и Меган Маркл. В прошлом в матчах принимал участие и принц Уильям. Кубок по поло проводится в Италии впервые, пишет Hello. Отметим, что принцу Гарри придется оставить Меган Маркл уже во второй раз после того, как у пары родился сын Арчи Харрисон. Ранее новоявленному отцу пришлось уехать с визитом в Норвегию. Пополнение в семействе произошло 6 мая. Малыш появился в тот же день, что и близкий друг герцога и герцогини Сассекских Джордж Клуни.